В Солигорском райисполкоме состоялось очередное заседание Координационного совета, на котором рассматривались вопросы профилактики преступлений и правонарушений, как со стороны подростков, так и в отношении подростков. За 3 месяца этого года субъектами профилактики было выявлено 77 административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними. 23 из них касались распития спиртного подростками. В 2021 году произошел рост количества преступлений, совершенных несовершеннолетними учащимися учреждений общего среднего образования с 11 до 16, и по участникам также с 11 до 15. Говоря о совершенных противоправных деяниях, преступлениях, правонарушениях, следует отметить, что подавляющее большинство этих деяний были совершены в выходные дни, в вечернее, ночное время, что говорит о бесконтрольности несовершеннолетних в данный период. Важную роль в профилактике правонарушений в подростковой среде играет занятость подростков. Комплексный подход поможет уменьшить подросшую статистику. Замечено, детям, постоянно занятым полезным и интересным делом, некогда думать о чем-то противозаконном, а тем более совершать подобные правонарушения. Читателями библиотек района являются 6644 несовершеннолетних, в том числе 79 несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, и 22 подростка, с которыми проводится индивидуально-профилактическая работа. За вот этот период 2022 года работниками учреждений культуры Солигорского района для несовершеннолетних проведено 1134 культурно-массовых мероприятий по различным направлениям деятельности с количеством посетителей почти 18 тысяч человек, в том числе 437 несовершеннолетних, признанных находящимися в СОП, и 191 несовершеннолетний, с которыми проводится индивидуально-профилактическая работа. Чтобы стабилизировать обстановку в подростковой среде, важно сработать вовремя, а главное сообща.